Первое издание серии гравюр Джованни Батисты Пиранези, начатое в 1745 году и ставшее самой известной работой автора. Официально название на сегодня – «Воображаемые тюрьмы», «Фантастические изображения тюрем». Несмотря на то, что в архивах Рима эту работу называли «Тюрьмы изобретательства». Как утверждается, первое издание состоит из 14 листов гравюр, напечатанных «Акваффорте» способом. Гравюры без названий и не пронумерованы, в отличие от второго издания 1861 года. Опубликованы в строгой последовательности архивного порядка. В архиве предоставлены мною 15 гравюр. Как попала последняя 15-я гравюра в архив, не знаю. Возможно, по ошибке архивариуса тех лет, что не редкость. А возможно, и не по ошибке. Это уже никто никогда не узнает.
Thank you.